привет из Киева, меня зовут Оксана, и сегодня я вам раскрою секрет своих ножниц на канве. Было очень много вопросов на тему, а как ты их берешь, когда нужно отрезать нитку? Ведь магнит может упасть тебе на колени. Так вот, это не просто ножнички, это ножницы Needleminder. Так как эти ножницы сзади примагничены огромным магнитом, они автоматически становятся магнитом сами. И очень прочно держат на себе иглы. Но это видео будет посвящено не только этим ножницам. Здесь я вам покажу, как можно не заморачиваться по поводу Needleminder. Предлагаю вам отнестись к этому ролику с долей юмора, а возможно воспринять все серьезно. Наслаждайтесь и улыбайтесь. Massaworld – канал для тех, кто привык оставаться собой в любой ситуации. Научу вас вышивать идеальные кривые крестики. Внимание! Соблюдение всех условий обязательно, иначе я не могу гарантировать результат. Итак, начнем. Самое главное – это правильно подобрать материалы для вышивки. Канва для вашего проекта должна быть обязательно дешевой, рыхлой и сомнительного качества. Иглы выбираем по двум параметрам – скрипит, проходя через канву,